Привет, добро пожаловать на мой канал. Хочу сегодня вам быстренько показать. Пришел бампер силиконовый мужу на телефон Asus Zenfone, или Zenfone, правильно как, ZC520TL. Я им в инфобоксе это оставлю. Как всегда, вот такой желтой упаковке. В мешочке. Вот телефон, вот такой вот номер, кому интересно. Так, и вот такой вот чехол-бампер. Силиконовый. Интересно то, что вот это тоже убирается. И мягкий вот такой вот силикон. Силикон хорошего качества и очень плотный. Запаха никакого нету. Это у нас ставится обратно сюда. Вот это вот открывается и становится подставкой для телефона. Покажу я на своем телефоне. Здесь, если вам видно, есть специальное место для кнопки. В виде такой выпуклой кнопки. Одевается легко. Вот такая вот становится подставка, как можно смотреть телевизор. Удобно. Мощный такой красивый мужской бампер, что мне тоже захотелось заказать себе. Стоил этот бампер 189 рублей плюс... Здесь есть 33 рубля с копейками за доставку. И заплатили мы 223 рубля. В общем, хорошая цена за такое качество. Здесь, видите, посмотрите, шины сделаны. Красиво, мужской. И что интересно, вот эти вот выпуклые вот кнопочки, место удобное, посмотрите. Вот звук уменьшается, включается. Это получается вот это вот специально на самом бампере. Я как увидела, мне понравилось, я обязательно себе закажу. Там есть розовые, красные, бордовые, фиолетовые, салатовые. Выберу и закажу также для себя такой бампер мощный. Здесь не мешает. Посмотрите, пространство какое здесь для наушника. Вот такой вот бампер. Еще раз покажу. Вот это все убирается. Вот. Нет, сейчас она не убирается. Она когда снимаешь бампер, а нет, убирается. Вот такой вот. Ладно, я не буду. В общем, когда телефона нету, она становится помягче и убирается. Вот. Можно носить так. Все-таки решила я снять и показать. И можно носить вот так вот, как обычный силиконовый бампер синего цвета. Носить так будет удобнее уже в кармане. Вот это такая пластмасса. Вот такой вот бампер. Отличный бампер, всем рекомендуем. Хорошего качества.